любовь. Такая скользковатая тема. То, о чем хочу сказать. 40 лет я прожил. Я всю жизнь сомневался, вообще люблю ли я кого-нибудь. Люблю ли я там маму, люблю ли я там сестру, еще кого-то, детей, жену. Я чувствовал, что любви-то нету нигде. И 40 лет, прожив после инсульта, через 3 месяца спускался с гор. И меня накрыло такое состояние. Я бы его назвал просто охуенное состояние. Это было состояние любви. То есть внутри тебя сформировался такой сгусток, который пух, как взорвался и начал распространяться, как взрывная волна, как ядерный взрыв, вот как показывают, да? Я его так описал, как ядерный взрыв распространяющийся. Но потом я описание увидел у Оша, что это как камень, брошенный в воду, и круги начинают расходиться в разные стороны. Только почему я взрывную волну описал? Потому что вот эта любовь распространяется во все измерения, ну, по кругу. Круги-то они как бы только горизонтально получаются. Ну вот. И первое, вот эта вот волна, она прям быстрая такая, пошла такая. Первое, что я полюбил, это тещу ненавистную, да, как говорится, терпеть ее не мог. Тестя тоже полюбил. И вот эта любовь дальше пошла. То есть это просто первые какие образы возникли. Дальше пошла любовь. И ближе кто был, это мои друзья на Нурали, там, Вадим с Алией, да. И вот эта любовь распространилась на них. Неимоверная любовь. И я прям газу прибавил, чтобы к ним добраться, чтобы их обнять. То есть в этот момент ты просто любишь абсолютно все. Я смотрю траву, я люблю эту траву. Я смотрю на березу, я стал этой березой. Я прям в нее как бы это влился, да, полюбил эту березу. То есть ты любишь абсолютно все пространство. Все пространство. Потом я увидел, что я люблю. За пределы космоса вышел. Я люблю этот космос. Я абсолютно все люблю вокруг. И вот эта неимоверная любовь, когда ты любишь все, ты понимаешь, что ты никогда никого не любил. И вот люди говорят, что они кого-то там что-то любят, пиздеж. Никто никого не любит. Любовь настолько бескомпромиссна, настолько она... Нету никаких такого, что что-то не любишь. Ты любишь абсолютно все, ты любишь абсолютно всех. Все, что есть. И... В этот момент тебя все переполняет. Тебя переполняет чувство, тебя переполняет эмоции. Ты просто в ахуе от этой любви. И я понял, что люди не любят ни детей. Материнская любовь вообще пиздеж. Чистая эксплуатация. Никто никого не любит. Это такая... волшебная любовь. Если бы вот так вот все любили, даже хотя бы 10% любили бы друг, ну, как людей, да, и все вокруг, это был бы рай. Какой 10%? 1%. Это был бы рай. Но так как ее нету, здесь такая вот полуад. Ад. Больше, даже больше ад, чем рай. Рай надо делать своей осознанностью, своей любовью. И это просто неимоверное чувство, его не с чем сравнить. Ты захлебываешься этой любовью. И вот я бежал, я быстро шел к Вадиму с Ильей, чтобы их обнять. Я очень хотел их обнять, потому что это самые близкие люди были в тот момент, вот этих горах, да, в горах. Ближе людей просто не было. И я хотел каким-то вот этим живым существам, душам, я хотел эти души обнять. Но самое, что интересное, когда я стал проходить уже к воротам, подходить, и включился ум, и он такой: «Чё это ты будешь чужих людей обнимать?» И он такой раз, сука, запиздел. И вот это ощущение, вот эта любовь, она такая, такая погасла. Ёпты. А, да, кстати,
когда я увидел космос, я понял, что я есть все, я есть Бог. И вот это как раз любовь Бога. Вот эту любовь испытывают люди все, когда они становятся настолько чистыми, что ты начинаешь любить все. Абсолютно все. Не бывает, что что-то ты там не любишь, да, кого-то не любишь. Ты любишь все, все, что сущее. Вот. И включилась программа «Че-то буду обнимать чужих людей». Сука. Да. Вот так вот работают программы. Они просто берут и вырубают твои какие-то вот эти вот божественные такие состояния, да, которые может испытывать на самом деле любой человек. А их берет так вот ум и начинает вырубать. Это, сука, матрица. В этот момент я понял, что я никого никогда не любил. И не зря я сомневался. Я всю жизнь сомневался, даже когда был маленький, когда в люльке лежал. В кроватке вот маленькой, да, двух лет еще не было. Я думал, кто это, блин, что за люди-то? Что за люди у меня там рядом там лежат? Какой-то типа папа, какой-то мама. Я не ощущал их родителями. Я не ощущал, что я кого-то люблю. Потому что это была не любовь, это было привязано какие-то, то, что называют любовь, то, что кто-то говорит, что кого-то любит. То есть это просто слова. Это всегда у всех не любовь. Это привязанность, может быть. Это, может быть, какие-то флюиды. Это, может быть, влюбленность, которая не является любовью. Это просто у тебя гормоны, блядь, зашкалили. У тебя зачесалось что-то между ног там. И ты начал говорить, что ты всех любишь. Но это не любовь. Любовь, она такая бескомпромиссная. Она невозможная. Ее просто... Ну как, ее можно писать? Она есть все. Она есть Бог. Бог и любовь вот прям можно поставить равно. Это вот так вот происходит. У тебя нету каких-то сомнений, что это такое. И я начал вот это своей бывшей уже, да, жене рассказывать. И она все больше и больше начала глючить. Че, ты меня не любишь, что ли? Да, конечно, и ты меня не любишь. Я тебя любила. Где ты там любила-то? Как налюбила, так и наразлюбила. Любовь, ее не было. Ее не было никогда. Это были просто программы. А она такая. У меня недавно это возникало. То есть я шел в ТРЦ, да. И я смотрю, люди какие все красивые. Бля. Я чувствую, что это она. Я ее уже знаю. У меня это уже много раз возникало. И после трипов и так далее. И без трипов это возникало. И я уже знаю, что это любовь. То есть я уже ощущал это раз 5 или 6, и я уже ее распознаю просто так. И когда у тебя начинает вот это нахлынывать, да, я смотрю, люди становятся с каждым разом все. Вот я иду, и они все красивее и красивее, красивее и красивее. И невозможно уже идти. Потому что я в кепарике, но без очков. Невозможно идти, у тебя глаза просто заливаются слезами от этой красоты. Насколько они красивые, эти люди. А это как раз-таки ощущение любви. Ты в этот момент любишь абсолютно все. И я попросил там, наверху, давай не так быстро. Я же сейчас вот уревусь тут. Что мне сейчас делать? И мне такой сверху ответ. Ладно, давай не так быстро. Вот. А потом я подумал, да что, блядь, очковать-то надо было. Ну ладно, раз уж не так быстро, не так быстро. Вот эта любовь, она такая вот всепоглощающая, бескомпромиссная. Ты любишь все, всех, всегда, везде. Это не связано ни с каким, ни сексом, ничем. Это просто любовь, которую дает Бог, когда Он создает нас. Вот эту частичку любви божественной,
которую Он отделяет от себя и дает нам, нам вот этим душам. Он нам ее дает, а Он ее берет. Откуда? От Творца. И Он отщепляет от своей любви, и Он настолько любит в этот момент, что создает еще одну душу. И еще, и еще, и еще, и еще, и еще. И так мы получаемся. Вот такие дела. Вот такая вот она, любовь. И попробуй скажи, что ты любишь. Скорее всего, ты пиздобол.